Корейская арифметика. Предмет, на котором вы научитесь считать образы. То есть, заметьте, наши предки не использовали, как сейчас, компьютеров, калькуляторов и прочих, будем говорить, счетно-вычислительных безобразий. Они пользовались одним единственным компьютером, который у них был, это голова. Поэтому все вычисления проводились в уме. Использовали совершенно разные системы. Поэтому я напомню вам первый класс школы, когда вы учили таблицу умножения. Помните, даже на тетрадках умножение написано, и вы учили 2 умножить на 2, 4, 2 умножить на 3, 6, да? Но когда говорили про 3, уже у вас было 3жды 3, 3жды 4, да? Когда дошли до цифры 5, у вас умножение почему-то стало 5ю. 5ю 2, 5ю 5, 5ю 7, 5ю 9. То есть, и никто из учителей не объяснил, а почему при умножении используются совершенно разные названия. А в обиходе слышали 3 по 5. То есть, заметьте, я сейчас привел 4 вида умножения. Умножение на, умножение жды, умножение ю, умножение по. Но это как бы структурные. А еще же было множество других умножений. Допустим, ровное умножение. То есть, когда считались какие-то ровные числа, ровные объемы. То есть, что для этого необходимо было? Понять, как, что и для чего считать. Ведь заметь. Вот, допустим, в школе написали 3 в кубе, 3 в третьей степени. 3 чего? В какой степени? Чего это? Точек, дров, угля, молока, нефти, газа, чего? То есть абстрактные цифры, которые не несут в себе никакого образа. Ну, наши же предки знали, как это все просчитать. Как, для чего, чтобы совместить образы, чтобы было понятно. И считать легче. То ли вы какие-то аморфные цифры считаете, да? И путаетесь. Но когда вы считаете, допустим, вещи, у вас уже не будет путаницы. Допустим, пересчитали у ребенка 10 беленьких рубашек, да? 5 цветных, 4 черных. То есть вы знаете, у ребенка 19 рубах, но этих для школы ему десяток цветных по улице бегать и черные на всякий пожарный траурный случай. Ну или может ребенок по жизни черную рубашечный. То есть, но здесь-то вам проще, да, разобраться, чем 10 плюс 5 плюс 4. А чего 10? А чего 5? А чего 4? Поэтому дети очень трудно воспринимать то, что сейчас им преподается с первого класса математику. То есть я по себе знаю,
Когда мы учились, у нас первые три класса была вообще-то арифметика. Арифметика, которую потом при Брежневе отменили, это численица. Но численица образов. А здесь мы будем изучать харийскую арифметику. То есть счисляемые образы, которые харийцы использовали. И заметьте, для чего? Почему именно харийскую? Не дарийскую арифметику, не рассенскую, не светорусскую, а именно харийскую. Потому что харийская арифметика, она охватывает и те все три в себя. И плюс она охватывает, если те будем говорить для определенного мира счета, то харийская, она и охватывает и другие пространственные измерения. Понятно, да? И при помощи ее можно просчитывать и временные структуры, и объемные, и пространственные, различные. Но для того, чтобы разобраться, какой знак определяет, вот видели, я написал, 3 в третьей степени. Что это конкретно? После него всегда ставился знак определения. То есть мы должны же определиться. Не как современные математики, которые не знают, что такое точка, не знают, что такое линия, что такое круг, что такое окружность. Они могут это как-то описать, но что конкретно означает определить данную структуру, они не могут. Какой системе она принадлежит. Поэтому мы и записываем, как под тему, азы, чтобы понять, знаки харийского определения. То есть харийского пишется вот так. Харийского определения. То есть вы можете сразу заметить, пишется две и, но одна имеет, помните, ее же вселенское значение, да, охватывает всю вселенную, а значит, что раз всю вселенную, значит, все ее времена, пространство, измерения, все структуры. И плюс, что стоит и состояние равновесия. Или как многие сравнивают состояние без войны. Но без войны, то есть без конфликта, без противодействий. И окончание в русском и славянских языках наречиях было на аго. Это в советском сделали ого. Уяснили, да? А? А это мы будем на древнерусском. То есть, какие же знаки харийского определения вам необходимо знать? В первую очередь... Видно, нет? Видно. Знак сложения, запятая соединения. То есть слово знак можно не писать. Пишите сложение, соединение. Дальше тоже знаком. Знак вычитания. Вычитание, запятая, изъятие. Не, столбиком лучше записывать. Столбик.
чтобы у тебя путаница была. Вычитание и изъятие. Далее. Третий знак. Та же черта. Заметьте. Вычитать, да, что-то значит убрать. Мы опять ставим знак вычитания, или как иногда еще говорят, вычисление, то есть вычислить, что убрать, и ставим две точки. Это у нас разделение. То есть посмотрите на само начертание. Черта как бы точки между собой разделила. То есть мы как бы вычли одно сюда, одно сюда. То есть мы их разделили как бы на соответствующий порядок. Но опять, что же такое точка? Точка — это какая-то определенная структура. Поэтому, когда мы структурированное вычисление делаем, мы ставим именно точку и пишем умножение и ставим большими буквами буквицу наш и буквицу аз. А деление мы вычитание деления пишем, да? Где? Предыдущее. Нет, нет. Вот это у нас разделение. То есть не деление, а разделение. Мы разделяем. Умножение на. Вы видите, что две славянские буквицы. Аз. Это Бог, живущий на земле, да? А здесь стоит наше. То есть умножение наших богов, которые жили на земле. А раз они жили на земле, значит, на какой-то плоскостной форме они проводили свои вычисления. Правильно? То есть, ну, простые вычисления. Поэтому умножение на мы запишем. Раз они на плоскости считали, мы пишем двухмерное. Умножение на — это у нас двухмерное. Но заметьте, я поставлю опять точку. И через нее я проведу четыре, видите, в одну сторону, в другую, в третью, четыре пространственных координаты. У меня получился крестик. То есть, заметьте, я уже рассказывал. Ощущение, что у нас мир, помните, Юджин, как бы трехструктурированный, да? Но вот эта троичная структура, она как бы покоится на четвертой. Три слона на черепахе. Здесь то же самое, как бы мы сказали. Глубина, длина, а длина — это куда наш взор на всю длину повернулись. Высота и одновременно во времени. То есть у нас же все происходит, течет, поэтому мир наш называют четырехмерным. Не трехмерным, как правило, а трехмерным в четвертом. Поэтому, но это все как для обихода. Все равно же черепаха дала слона. Это у нас умножение. Вот здесь мы пишем умножение трехмерное.
находится. Живете. Жизнь, да? Дальше. Стоит добро. То есть совокупности. И стоит геры. Подчиненные определенным законам. То есть что-то доброе, созданное в жизни и подчиненное определенным законам. То есть это у нас все определенное законами яви. Поэтому это у нас все трехмерное, да? Ну, во времени. Потому что любое действие, которое мы будем производить, оно тоже последовательно будет идти во времени. Но мы как бы считаем определенные пространственные характеристики. Либо, знаете, как говорят, чтобы человека не путать со временем, детям объясняют просто. Вот эти четыре луча – это глубина, длина, ширина и высота. Ребенку просто объяснить? Просто. Но понятие ширина и длина у славян как бы, оно взаимосвязано. Я смотрю в эту сторону, вот для меня длина, здесь ширина. Я повернулся сюда, они поменялись местами. То есть это что? Плавно перетекающие структурные характеристики. Дальше. Я оставляю эти же характеристики. И разделяю их самих себе. Знак разделения я вставил сюда. То есть, если здесь я разделял порядки разных структур, то здесь я явные порядки разделяю. А значит, раз я их делю на разные структуры, значит, они мне дают что? Ну, если вот это у нас как бы трехмерное. Трехмерное это как объем, а здесь объем разделенный во времени. И вот это у нас будет умножение U. То есть, и в скобочках мы пишем объемно-временное. Объемное и временное, то есть пространственное. То есть, посмотрите внимательно. Видите, у нас есть круг, сфера, объем, да? И есть то, что находится вне его. Поэтому я говорю, что объемно-временное, оно же пространственное. То есть мы как бы, находясь на сфере, воспринимаем плоскость. А находясь на плоскости, воспринимаем сферу. Ну, простой пример. Наш земной шар какой? Круглый. Но его поверхность мы воспринимаем как плоскость. Ясно? Да? И, или, например, Луна в небе. Она же объемная, но мы ее воспринимаем плоской. То есть, здесь понятно, да? Поэтому умножение U у нас объемно-временное. То есть остальные мы пока не будем виды умножения. Знаки, я имею в виду определение умножений, ставить. Мы их будем разбирать гораздо позже. У вас головной боли и проблем хватит с этими тремя видами умножений. Следующий знак. Две тожественные черты, которые означают равенство. Заметьте, если здесь у нас вычитание, да, а здесь как бы уже вычли и высчитали. То есть то, что у нас получилось обоюдно по этому и по этому. Поэтому что знаем? Знак, который называется равенство. Я вам сразу же объясняю, как воспринимать данный знак. Не потому что
Равенство пишется вот равно вот так, две черточки. А почему? И заметьте, вот мы их структурно нарисовали. Знак равенства. Но заметьте, может быть равно два каких-то объема. А могут быть они не равны. Объясняю. В одной бутылке литровой налит вишневый сок. Так? А в другой литровой бутылке налито молоко. Они равны между собой по объему. Равны. Но не равны по значению. То есть, значит, что? У них вводится еще одна вычислительная характеристика. Поэтому, раз они не равны, а тождественные, значит, они что? Они как бы определенной структуре, что? Соответствуют. Поэтому я к равно ставлю третью черту. Это как бы еще один знак. И вот этот знак... То есть не к равно подрисовывать, не надо к равно, это уже третий знак, три черты. Это знак соответствия. Ну, допустим, плюс 5, он не равен минус 5, правильно? Но он ему соответствует. Почему? Потому что на пространственной оси координат минус 5 и плюс 5. Они соответствуют равноудаленности от какой-то определенной точки. То есть они соответствуют по определенным положениям, законам и структурам. Понятно, да? Следующий знак. Структурно, допустим, они не похожи. То есть с виду, допустим, налит томатный сок в бутылке и морковный сок. По виду они издалека похожи. Или вишнево-гранатовый. Да? Бутылки непонятно. То ли 0,5, то ли 0,6. Поэтому их соответствие, то есть равенство, только визуально схоже. Но на самом деле оно что? Искажено. Поэтому и линии, заметьте, вроде бы схожи, но искажены. Поэтому мы ставим знак примерность. Знак примерности. Или приближенности. То есть примерность, приближенность. То есть они как бы приближены, но таковыми не являются. Допустим, министр приближенный главы государства, да? Но он же не является главой государства. Он приближенный, особо приближенная голове. То есть на образах. И заметьте, ну допустим, две бутылки литровых молока стоят. Одно козье, другое коровье. А? Одно козье, другое коровье. Нет. И там молоко, и там молоко. Если мы их поставим на чашу весов, они висеть будут и по объему одинаково. Там литр, там литр. То есть, да, мы можем сказать, что они равны. Да подождите вы. Нет. Что они равны. Но как равенство? Молекулярно состав-то у них может быть разный. Так?
А одна бутылка может быть с утренней дойки, другая с вечерней. Поэтому разлиты они, будем говорить, с разных фляг или подойников. Значит, они уже как бы не равны по внутреннему составу. Но дала их одна и та же корова, одна и та же посуда, один объем. И что мы говорим? Они между собой, то есть несут те же питательные качества, они между собой гармонизированы. Так же, как плюс 5 и минус 5 гармонизированы относительно центра. То есть относительно какой-то структуры они между собой гармонизированы. Относительно чего здесь гармонизированы? Здесь, видишь, показано в одну и в другую сторону относительно центра. То есть, видишь, мы рисовали точку, основу. Я эту точку здесь просто не рисую. То есть она все равно сливается с линией. То есть как бы чаша весов уравновешена. Или, как мы говорим, гармонизирована. Пояснил? Нет, внутреннее и вечернее молоко, оно гармонизировано. По своей пользе и прочее. То есть по структуре. А разница-то утро и вечер, да? Да, то есть мы просто взяли две бутылки. Пример. Но ты утреннюю бутылку выпил утром, вечернюю выпил вечером. И они все равно на тебя гармонично подействуют. Следующий знак. Заметьте, я ставлю знак разделения. Который соприкасается. Видите, как стеночка соприкосновения. Знаком соответствия. То есть они не просто соприкоснулись. Этот знак означает взаимодействие соответствий. Взаимодействие соответствий. То есть то, что соответствует друг другу, между собой может и соответствовать. Взаимодействует, да. Дальше. Знак, который вы все знаете. Как вам его называли в школе? Перпердикуля. А у нас он называется просто проекция. Проекция, запятая, отображение. То есть, понятно, да? Отобразилось одно, как бы на другое. Следующий знак, который тоже использовали в арифметике, математике. Две широко расставленные черты, между которыми что-то вписывается. Да? Но в современной математике это называется модуль. Помните, да? А у нас это не модуль. Это называется ограниченное пространство. Ограниченное пространство ставим запятое. Но раз оно ограниченное, как мы эти две линии называем? Забор. Не забор, грани. Это у нас грани.
И еще система, с которой вам придется. Черта. И вот с черточкой. Это у нас мерное титло. Титло. Мерное титло. Есть числовое титло. Оно вот такое. Ну, допустим. Надо же его записать. Нет. Мы и это запишем. Вот сначала мерное запишите титло, а потом числовое титло. То есть для чего оно используется? Для записи буквицы в числовом режиме. Ну иногда еще в литературе, в тексте шрифта это отделяет точками. Но нам главное вот этот знак. Записать либо так его рисует, либо вот так. Вот это числовое титло, а вот это мерное титло. Мерное титло – это определенные меры пядевой системы. Это числовое титло. То есть, заметьте, у славян буквицы несли числовое значение. Числовое, не цифровое, как многие пытаются, а числовое. У нас были числа. А цифири были у библейского народа. Поэтому у нас числами управляет числобог, а у них циферблат. Зря смеетесь. У них дерево. Цифер. Называется дерево циферот. Или сефирот. Как многие неправильно. Циферот. Цефир Ецира, одна из книг Кабалы. То есть, видите, как бы они свое пытаются, или уже, можем говорить, принесли в наш язык. Но у нас есть свое число. Цифры ввел Петр Первый. Ну и для... И вот, заметьте, титлованный аз. В просторечии он считался как... Начальник. А? Титлованный аз, начальник. Нет, аз под титлом считался просто ать. Ать-два, счет. Помните, да? Маршировать детей в садике учили. Ать-два. Аз титлованный. Аз – это Бог живущий. И каждый говорил «Аз мы есим». То есть я, как потомок богов, есть, живу, существую. А выразить себя в числовой форме, подчеркнуть, что с ней без... Ну, сейчас титул оттуда и пошел, да? Да. Титла оттуда и пошло. Титул, титло. С этой системой мы еще столкнемся. Поэтому пишем как бы еще тему. Все зарисовали, да? Запоминайте все внимательно. Я стараюсь как можно проще. Но уже предвижу, что, допустим, второкурсники. Которые посещают третьи курсники, вот мне опять говорит, а вот очередь первокурсникам опять дает больше, чем нам.
Это я слышу на протяжении последних уже, наверное, лет 20. Каждый курс говорит, что кому-то я даю больше. А почему нам это пояснение не давали, а давали? Короче, можно, ну, кроме этого, можно. Меня удивляет одна интересная вещь. Каждый раз, сколько раз ты давал уже эту информацию, неисчислимое количество. И ты каждый раз ее даешь по-моему. То есть не автоматически, а... Нет, нет. Это глубокая ошибка тех, кто мыслит плоско. Допустим, возьмем кристалл, да? У него много-много-много граней. Я каждый год описываю с точки зрения, вот какой грани он повернулся, я его описываю. Но суть одна и та же. Я же не механический автомат, чтобы каждый раз описывать один и тот же кристалл одними и теми же словами. Поэтому ничего такого нет, что объяснение вроде бы как бы одно и то же, но по-другому. А ты возьми, прояви инициативу, собери конспекты за последние 15-20 лет и посмотри, будет описание одного и того же образа, но разными словами. Я не но... слова делал. Не мешай. Пишем систему умножения и их структурные проекции. Системы умножения и их структурные проекции. Записали, да? Как я и сказал, мы будем охватывать все. Поэтому, раз структурные проекции, значит мы будем разбирать относительно каждой пространственной структуры. Как она проецируется куда-то. Ну, давайте ее, как мы уже, я сказал, она у нас единая изначально, она у нас азовая, аз. Вот я аз и поставил. То есть она у нас будет передавать любую структуру и отображать будет любую проекцию. А теперь представьте. Есть миры пространственные, есть миры с дробным пространственным фоном, есть внепространственное что-то. И вот представьте, это что-то внепространственное, оно же все равно имеет какую-то характеристику, правильно? А как мы единое передадим вне всякого пространства? А это и будет та самая изначальная точка. Понятно, да? Ничего не понятно. Хорошо. Чтобы было понятней, я вам процитирую книгу света, Харатию первую, начало. Некогда, вернее тогда, когда не было пространства и времен нами и людьми, воспринимаемых, был, не воплощаясь, един великий Рамха. Он проявился в новую действительность, и от восприятия новой бескрайной бесконечности озарился великим светом радости. То есть, видите, веды говорят, что было такое, будем говорить, состояние, когда не было времен и пространства.
значит, что-то было безвременное и беспространственное. Но заметьте, он проявился в новую действительность. А это о чем говорит? Что где-то была старая действительность, где он, возможно, был не один. Но наткнулся он на новую действительность. И от него пошел свет, и этот свет заполнил, и в нем появились вселенные. То есть это та самая точка, которую ученые называют точкой сингулярности, то есть когда вся Вселенная или что бы то ни было, была как бы в единой внепространственной структуре. Только они так до сих пор не знают, кто поднял спичку или нажал кнопку, чтобы у них же идея Вселенского взрыва, чтобы все рвануло. А это просто не воплощаясь, а Рамха проявился, и вот свет радости, поток Инглии, он наполнил жизнью, и жизнь появилась. Вот она, единая точка. То есть как бы в нулевом или беспространственном, я его поставил как сферическое проявление, аз, он был един, не воплощаясь. Так вроде что означает? А? Нулевое пространство, то есть как бы его отсутствие. Понятно, да? Объясните. То есть, как бы, аз в нулевом, это есть единый изначальный. И потом, раз свет пошел, начал соединять, аз появилась первая пространственная характеристика, которую начал заполнять свет. И заметьте, и как только свет, который мы называем Инглия, истек, и он начал наполнять, и в этот момент, как говорят веды, в новой действительности, в новой реальности родившейся, появилось великое, абсолютное сверхгигантское нечто. А так как оно не было тем, чем являлся великий Рамха, значит, она стала как точкой противоположности. А если есть что-то одно и ему противоположное, это чему равно? Двум. То есть, как бы светлое и темное. А теперь мы как бы запишем под правило. Любая фигура, объект или структура одномерного пространства будет иметь две опорные точки. То есть здесь относительно вет у нас Инглия, проявленная рамкой, да, излучаемая, и вот это нечто темное, они как две структуры. То есть, объясняю проще. Вот лист бумаги, да? Вот какую бы фигуру, структуру или что бы вы здесь не нарисовали, повернув лист вот так, с точки зрения одномерности, вы даже точку будете видеть в виде отрезка. А у любого отрезка две опорные точки. Даже если здесь миллионугольник будет, здесь у вас будет в одномерности. Только что? Линия. Линия. А у линии по бокам две опорные точки. То есть два начала, между которыми они упираются. Поэтому, когда вы в школе рисовали оси координат, вы всегда что изображали? Где-то минус бесконечность,
Где-то плюс бесконечность. И вот это минус бесконечность и плюс бесконечность. Плюс это положительное светлое, а минус как бы мрачное, уходящее во мрак. Все текло от плюса к минусу и также и в этой пространственной оси. То есть как бы отсюда уходило туда. В развертке. Понятно, да? А? А вот, самый простой пример. На листочке нарисовать. И все. И вот. Был наглядный пример. Вот одномерного пространства. Это вне пространства. Ну вот смотри, вот есть одномерное пространство, есть двухмерное. А вот здесь какая-то точка. Она же все равно, а? А если тут, где? Тут есть листочек? Тут нет листочка, она одна сама по себе точка. Она сама, одна по себе, она проявилась отсюда, одна, сюда, бум. И сразу же появилась что? Ее противоположность. Скажем, тень. Почему не обязательно тень? Это может быть другое, не обязательно тень. Тень может быть только в трехмерном пространстве. А мы говорим про одномерное. Если там будет даже тень, она сольется все равно в эти. Далее. Мы сейчас основки разбираем. Вот мы перешли к двухмерному пространству. А сейчас мы начнем с проекции. То есть мы имеем что? На сей момент мы имеем какой-то отрезок одномерного пространства. Чтобы получить его структурную характеристику в двухмерном пространстве, мы должны провести проекцию. Проекцию к длине отрезка на длину данного отрезка. Понятно, нет? Mm-hmm. То есть, проекция. Сейчас я объясню. К этому отрезку я должен провести проекцию на длину данного отрезка. И вот я его спроецировал. Понятно, да? И это я запишу следующим образом. Это у меня равно. Нет. А первого пространства, да, первой мерности, спроецирован на А первой мерности. Сколько здесь у меня? Две мерности. И что у меня? Получилось 4. Что непонятно? Мы отобразили проекцию. Вот взяли вот этот отрезочек. Этот отрезок. На эту длину отмерили сюда и сюда, чтобы его спроецировать. И вот получили. То есть если у нас, ну давай вот так запишем по привычному. Вот это у нас АБ отрезок. А проекция А1, Б1. Мы получили что? Проекцию квадрата. У которого, да, получилось 4 опорные точки. Потому что у нас оно уже в двухмерном пространстве. Чтобы получить фигуру трехмерного пространства, мы должны сделать что? Мы должны А второго спроецировать на А второе.
Объясняю, что мы делаем. Мы должны провести проекцию уже не к линии, к отрезку, который у нас. Мы должны провести проекцию квадрату на длину квадрата. Вот для этого мы сделаем вот так. Ой, эти третьекурсники весь мел загрызли, а? Вам ха-ха, а девки живут. Зачем? Кальция не хватает, это. Зачем они его едят? Предложите им глину есть. А? Предложите им глину есть. Глину? Ага, синюю глину. Они вон все в метро раскопают. И вот я проставляю, смотрите, проекции. То есть я вам даже в цвете. И мы получили что? G-куб. Вот здесь мы его можем не А1, B1. Мы уже здесь можем поставить А2 на А3. Или там, если нравится, DE, F. То есть разные буквы. То есть понятно, да? И сколько опорных точек? 8. А теперь посмотрите на свои формулы. Эллиптическая прогрессия. Определенная, да, прогрессия. То есть, чтобы получить четырехмерную фигуру. Мы должны что сделать? Мы должны провести проекцию к третьей на длину третьей. То есть мы должны что? Спроецировать куб на длину куба. Таким образом мы его что? Проецируем, разворачивая. То есть характеристику мы выводим в сторону, и у нас получается как бы куб в кубе. Понятно, да? То есть представьте, что вот здесь вершина одного, второго, то есть ясно, да? Нет. То есть как бы еще кубы подсоединяем с каждой вершиной, да? Видите, куб один, куб другой. Я должен что? Спроецировать куб на куб. Но каждую я должен спроецировать. И вот представьте, что вот этот куб стоит внутри вот этого. Просто. То есть я его как бы вот туда раз и вставил вовнутрь. И у меня сколько получилось опорных точек? 16 опорных точек. И вот заметьте, вот это структурное изменение форм. Оно, да, увеличивая плотность, но и увеличиваясь в пространстве. Мы потом это будем разбирать. Потому что, смотрите, дальше идет принцип, который никто не отвергал. Многие говорят, а чем вы докажете? Я говорю, с компьютерами многие все имели место. Да? Память. Сначала у компьютера 4 мегабайта, потом появилось 8, потом 16. Значит, в пятимерном пространстве данная структура будет иметь уже, то есть, а в пятимерном будет А4 спроецированная К4 уже будет
имеет 32 опорные точки. В шестимерном пространстве она будет иметь 64. В семимерном 128. В восьмимерном 256. А сейчас, используя вот эту таблицу, ну-ка скажите, в 16-мерном сколько будет иметь данная фигура опорных точек? Решаем. Сколько будет иметь в 16-мерном? Те, кто стал просто с компьютером, должны уже 16-мерно посчитать. Кстати, зря вы смеетесь, там даже в Windows'е калькулятор, и там десятичная, двоичная и шестнадцатеричная форма счета. А вы как раз и подходите к понятию шестнадцатеричная форма. 225. То есть вам надо... Чего? 96. Вот, видишь? Вот таблица. Я могу написать и закрыть тряпочкой, а потом снять и показать. Хотя это все считается гораздо быстрее. Вы заметьте, я же сказал в 16-мерном пространстве. То есть 16-мерное пространство, оно, будем говорить, следующее гармоничное за нашим 4-мерным. Если у нас... Нет, секундочку. Если у нас здесь раскрыто 16 каналов, так? Здесь, для того, чтобы мы познали 16-мерный мир, то там-то у нас будет раскрыто 256. А значит, это мы познаем, а структурная развертка идет с увеличением. Значит, что? 256 ровное умножение. То есть получается... 256. Да, конечно, 65 536 опорных точек. Всего. Без всяких наших калькуляторов. 65 536. Ошиблись. А как это было умножить 256 кубиков? Ровно. А? Не как-то 256, а 256. Ну, 65536. Это потом у вас на третьем курсе будет система быстрого счета. 16 на 16, да? Посмотри, вот 16. Четырехмерный мир. Пятимерный. 32, 6, 64. Это как бы 256 получилось. Это я поняла, вот эту систему. Ну, 256. 256 это 8-мерный. 9-мерный уже будет 512. 10-мерный 1024. Ну, или как говорят, математики. 11-мерные 2048, 12 4096, 13 8192, 14 16384, 15-мерные 32768 и 16-мерные 65536. Все очень просто. Дальше с ним не написал. Вы поймите, это все очень просто. Ну, как бы, на два. Ну, смотри, отображение. Один объект отображается к другому. Значит, количество опорных точек увеличивается ровно во сколько? В два. Проекция. Знак проекции. Одинаково. Проецировался отрезок на отрезок.
То есть что получилось? Два одинаковых ответа. Квадрат на квадрат. Два одинаковых квадрата. Куб на куб. Два куба. И заметьте, два куба. Сколько объемная фигура имеет? 8 опорных точек. Когда говорим жды умножения, мы уже говорим о трехмерности. Вот они. Два жды. А когда я говорю два, значит два куба в пространстве. Дважды два 16. Дошло? Потому что когда в школе вам сказали 2 плюс 2 4, дважды 2 4 и 2 во второй степени 4, вас два раза из трех обманули. 2 плюс 2 4, дважды 2 16, а 2 во второй степени, то что вам не сказали 2 во второй степени, будет 3, 9, 9, 9 и так далее. Но никогда не будет 4, потому что мерность нашего пространства не равна 3. 4. И 3 не равна, и 4 не равна. Чего? Если будет 4, то не будет да. Почему колеса поездов стучат на рельсах квадратов? А формула какая? 2 BR квадрат. Вот они квадраты и стучат. Так. Не увлекайтесь. Разобрались? Сейчас буду дальше грузить еще больше. Так нет, здесь все понятно, тут никто с тобой не спорит, что не можешь представить мир. Заметь, в двухмерности очень трудно воспринять трехмерность, находясь в двухмерности. В одномерности, двухмерность, трехмерность это что-то вообще не понятно. Но в образной структуре, ну допустим, многие говорят, а как воспринять 16-мерность? Я говорю, ну вы можете представить, вот дорога уходит от вас, да? Вы стоите в начале дороги. Они, да. Я говорю, в трехмерности как будет? Дорога сужается, уходит в одну точку, куда-то за горизонт. А представьте, 16-мерности. Она не сужается, она как была, так и есть, только еще больше пространственных разверток. Я понимаю, это тяжело. Но после 12 лет обучения я начну. На компьютере это можно представить? Нет, компьютер может, по-моему, примерно, ну как ты на плоскости смоделируешь. То есть в трехмерности ты еще можешь как-то четырехмерную структуру смоделировать. Но это все равно ты воспринимаешь там плоскость. Если там многомерные структуры, тогда еще как-то можно. Для многомерных. Но это, будем говорить, очень редкие программы, и они в основном на аэрокосмических объединениях, на инженерное вычисление. Потому что они же, даже запуская какой-то аппарат, они же должны использовать что? Трехмерные с учетом четырехмерных. Потому что они уже, звезды только вот так на небо смотришь, они все рядышком. Россыпи. А они же на разных расстояниях. И ты думал, что координироваться. Ну ладно, скоординировался, сюда улетел. А как назад возвращаться? Ведь летя куда-то, надо же еще смотреть, что позади тебя остается, где солнышко, землю искать. Поэтому с этими примерно разобрались, да? Пишем дальше. Он просто. Удивительно, блин. Второкурсников пытается. Сегодня ошибаешься, сегодня третий курс. Вечером. Сегодня вечером третий курс. Так, пишем тему.
Определение мерности при использовании четко структурных изображений. Если у нас гармоничные, то есть еще и четко структурные. Определение мерности при использовании четко структурных изображений. То есть это мы все разбирали. Где? Что? Четко, когда определение мерности, определение. Четко структурных изображений. Ну тут мы гармоничные разбирали. То есть, где двухмерное равно двум. А это у нас будет другое. Здесь у нас А двухмерное равно трем. Записали, да? Ну и чтобы вам это было проще воспринять, раз оно двухмерное, значит что? На данной мерности я и изображаю вам данную четкую структуру. То есть здесь мы также занимаемся проекцией, только не в гармоничной форме, а в отображении к четкой структуре. Поэтому трехмерное при, где у нас вот так вот мы поставим А, соответствует трем опорным точкам. Что у нас получится? У нас получится вот трехмерный. Бывший тетрапак из-под молока треугольный советский. И будет сколько опорных точек? Четыре опорные точки. То есть мы имеем уже что? А чему квадрат? Как ты квадрат делаешь из треугольника? Ну ты мне объясни, ты мне пирамида. Посмотри. То есть у меня двухмерно есть вот. Правильно? Чтобы ее спроецировать, я ее проецирую на каждую плоскость. Вот это я спроецировал сюда, отсюда, сюда, отсюда, сюда и соединил в одной точке. Ну что, плоскость-то треугольная, другой нельзя? Вот я про треугольник у меня спрашиваю. Это я про проекцию я понял. А вообще треугольник. Мы сначала, секунду, куда его поберет батьки Петра? Мы сначала разобрали двухмерную двойку, теперь разбираем тройку, а остальные дальше пойдут. Вы куда? В первом классе не изучают эвклидову геометрию для пятого курса университета. Вот мы получили трехмерную фигуру, она имеет четыре опорные точки. Чтобы получить четырехмерную фигуру, я должен что сделать? Я должен спроецировать структурно данную фигуру. Что я и делаю? Четвертое,
считают как бы времени. Да, смотрите, вот эту точку я проецирую вместе с этой фигурой вот сюда. Отобразил. У меня получилось, что два тетрапака соединены между собой. Именно. В четырехмерности это будет 5 опорных точек. А теперь я уже данную структуру. Что вы говорите? Как это, если вот это у меня спроецируется вот сюда, а то вот сюда. Вот я ее спроецировал. Так сколько у меня получилось? 7. Ну как может быть 7? 5 плюс 5 – 10 и одна общая. 9. 9. Какое самое высшее простое число? 9. 4 точки взял. 9. Дальше. Шестимерно. Ну мы далеко не пойдем. 6, ну и чтобы вам понятно было, 7. А теперь смотрите, что я должен сделать. А я должен провести проекцию к этой структуре. Она у меня уже будет вот сюда спроецирована. И сколько у меня уже получается? Конечно. 9 до 9 – 18, и 2 общие – 16. Что-то все с вами отключится, да, получается? Ну да. 9, 16. А теперь представьте, семимерное. То есть, что я должен сделать? Я сейчас вам красненьким выделю. Не все еще сделаю. Посмотрите, вот одна точка, вот вторая точка, третья точка, четвертая точка. Но они как бы все сюда выходят. Так? И я такую же систему накладываю, у меня получается... Мы еще к этим числам еще вернемся. Понятно пока все? Или как? Все понятно? Это же получается как закономерность. Сначала вниз, потом вверх, а потом сюда. Квадрат. Вот смотри, мы сейчас получили структурный квадрат, так? А, ты же видел, как он у нас дальше квадрат? Как ДНК идет. Именно. Кристаллическая решетка из таких, то есть квадрат, в квадрате еще проекция, вовнутрь и все. И при этом каждая точка является центром. То есть от каждой отходят лучи. Каждая является своеобразным центром.
Альфа и омега, начало и конец. Аз и Ижа. Так, все нарисовали, да? Все, убираем. И вот на этой системе как бы и построено умножение. То есть, ну, еще заметьте. Вы можете вот такой структуры строить. 0,3? Нет, не 0,3. Объемно-временное. 0,3. Это о чем?